dvhub.ru. Росстат России опубликовал информацию о том, что средняя заработная плата в Хабаровске составляет 53 300 рублей. Скажите, пожалуйста, вы зарабатываете больше этой суммы или меньше? Вы знаете, я зарабатываю в пределах этой суммы, но хочу сказать, что это средняя температура по больнице. Угу. Потому что я знаю немало людей, которые зарабатывают 15-20 тысяч. А это как раз-таки работники здравоохранения, образования, то есть тех самых отраслей, где должны выполняться указы президента майские, и где заработные платы должны быть не ниже, а то и выше средней зарплаты по Хабаровскому краю. Поэтому это средняя температура по больнице. Кто-то получает 100, 200, 300 тысяч рублей, кто-то 10-15. Вот средняя выходит. Как вы считаете, это эти данные соответствуют действительности или все-таки нет? Они не соответствуют действительности. Они созданы создавать иллюзию, что государство заботится о своих гражданах, которые населяют страну. Причем во всех гражданах. Между тем, как у нас государство проводит политику в интересах имущих привилегированных слоев. Нет. Меньше? Меньше. Намного меньше? Да, раза в два. Сколько? 20. 20 тысяч. А вы? Меньше. Из Охотска. И намного меньше получаем, чем они говорят даже в Хабаровске. То есть в Охотске даже меньше, да? Конечно. А какая средняя? В среднем зарплата в Охотске? Ну, 1030 с чем-то, может, 40. Угу. Хватает? Нет, конечно. Не хватает, да? Булка хлеба 70 рублей стоит. 70 рублей булка хлеба? Да. А в целом цены можете озвучить в Охотске? Ну, зимой, например, до 300 рублей доходит десяток яиц. 290-280. Угу. Литр молока 250-280. А местные власти региональные объясняют, почему такие цены? У нас народ молчит, никто ничего не говорит. То есть вопросы не задают, всех все устраивает, да? Ну, получается так, что всех устраивает. Кем работаете? Артистом филармонии. Артистом филармонии? Да. А какую зарплату пообещали? От 40, по-моему. От 40 тысяч, да? Да. А откуда приехали? Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. В Хабаровск. Да. Жить и работать. Да. Не страшно? А почему? Что страшно? Не знаю. У нас страшнее, поверьте, да. А почему? Ну, например, у нас снег выпал уже. 2,5 недели назад. Ну, тут тоже сейчас выпадет. Ну, сейчас, не знаю, но такого октября я не видел давно. Угу. То есть вам нравится? Климат мягкий, конечно, да? Все хорошо, здорово. Прям вообще здорово. Дурят, как хотят. Вот обещали путевку, а путевку не дают. И ни денег, и ни путевки. Ну, я сейчас в декрете, но до этого зарабатывала гораздо меньше, в два раза меньше. В два раза меньше. А вообще... Наверное, даже раз. А вообще, вот... Данным Росстата следует доверять? Ну, это же в среднем по палате, ну, правильно, да. Информация, поэтому думаю, что нет. Средняя заработная плата в Хабаровске составляет 53 300 рублей. Я бы хотела такую зарплату. А скажите, вы меньше или больше этих денег получаете? Гораздо меньше. Намного меньше? Ну, да. В два, в три раза, сколько? Ну, не в два раза, в полтора. В полтора раза, то есть около 30 тысяч, да? Да. Скажите, пожалуйста, следует ли доверять данным Росстата? Ну, они какие-то не совсем объективные. Я зарабатываю меньше. Меньше? Намного? На 20 тысяч. Нормально. А вы, молодой человек? Я не зарабатываю в рублях, поэтому... Вы в долларах? Да. Понятно. А кем вы работаете? Дизайнером. Как раз в среднюю вы укладываете. В среднюю? 53. То есть вы укладываетесь, да? А вы меньше? Да. dvhub.ru